Инцидент произошел сегодня ночью. Примерно в час водитель «Шевроле» попытался прорваться на закрытый мост Саратов-Энгельс. Он проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и продолжил движение в Энгельс. Проехав по мосту около 50 метров, автомобиль остановился перед ремонтным ограждением. При виде инспектора полиции, вышедшего из патрульного автомобиля, водитель неожиданно начал движение задним ходом, и в результате чего произвел касательное столкновение с патрульной автомашиной и гражданским лицом, случайно оказавшимся на месте происшествия, после чего правонарушитель на большой скорости скрылся. Для того, чтобы задержать нарушителя, сотрудникам полиции пришлось даже стрелять. Они сделали предупредительный выстрел в воздух, однако нарушитель никак не отреагировал на это и продолжил движение. В результате погони стражи порядка на одной из улиц Саратова загнали лихача в тупик. Человек не отдавал отчет своим действиям, он даже не понимал, где он находится и что он делает. То есть настолько, то есть что-то либо он принял, вот, то есть он не контролировал ни свои действия, ни... понимал, что он делает. Сам с собой разговаривал немного. То есть там было просто аморфные такие высказывания. То есть не в отношении какого-то лица конкретно, а просто вот неопределенного круга лиц. Предварительно горе-водитель находился в состоянии наркотического опьянения. После того, как его задержали, он прошел необходимое медицинское обследование. И сейчас проводится проверка. Ирина